Проблема беженцев и очень странная проблема беженцев, которых перевозят вглубь страны, там, даже в Сибирь, в Дальний Восток. После того, как конфликт закончится, они смогут ли вернуться, захотят ли вернуться? И если им выдают квартиры, работу, почему нашим россиянам не могут выдать тут те же квартиры и работу? То есть я имею украинский паспорт, заявив, что я беженец, у меня ничего нет, могу получить квартиру и работу. Это может родить внутри региональные споры, когда люди, которые стояли в очередях по 25 лет, не могут получить, а человек, который объявил, я беженец, у меня была однокомнатная квартира, которую разбили, а я там живу в 15 человек, и дайте мне жилье, вы обещали мне как беженцу. Могут быть спекуляции на эту тему, и это самое страшное, когда реальным людям ничего не достается, а людям, которые быстренько сломали себе украинские паспорта и сказали, что мы беженцы, и которые вовремя дадут конверты или какие-то отступные, получат квартиры, работы, всякие блага, которые не достаются реальным людям. Поэтому тут, как всегда, у нас есть махинации на эту тему, преувеличения, приписки, кто-то на этом заработает, но, к сожалению, беженцам, наверное, мало что достанется.